2 это вообще игра уникальная. Уникальная не в том, что он там какая-то хорошая или там какого-то жанра она не видна. Нет. Это такой человек на Земле, который зовут Питер Молинье. То есть он очень много все время рассказывает про свои игры и прям без зазрения совести обещает в них вообще все, что ему приходит в голову. Он говорит, а может там в вашей игре, там, не знаю, там, полететь в космос, там можно, конечно, там. А можно там, не знаю, там пройти игру там 700 тысяч миллиардами способами. Ну, да, можно, конечно, вот в этой игре, вот именно вот это я сам уже много лет об этом мечтаю. Естественно, потом выходит игра, оказывается хорошей, мощной, такие игры было много, был Black and White, был тот же самый Fable, первая часть. Но понятно, что все ожидания, которые все как-то что-то насочиняли себе уже после всех слов Молинье, они, естественно, не сбывались, потому что это были просто обычные игры, да, с парой, может, каких-то интересных геймплейных фич. Fable 2 в этом смысле игра уникальная. В том смысле, что Питер Молинье в первый раз, наверное, в жизни, просто за всю свою карьеру, наконец-то сделал все, что обещал. То есть вообще все вот взял и сделал. Обещал он придумать боевую систему, которая построена, по сути, на нажимая одной кнопки. Придумал. Вот. Все, она есть, она работает. Обещал сделать вариативность на уровне хороший-плохой, но не уходить в какие-то там совершенно дикие дебри. Есть. Обещал, что будут города меняться, там, в зависимости от того, что вы в прошлом совершили. Тоже есть. Сюжет пообещал, ну, сюжет, в общем-то, он никогда особенно про них ничего не говорил, но Fable 2 игра уникальная тем, что она очень хорошо, лучше всех остальных игр Молинье, она разработана в плане сюжета. То есть там есть какая-то интрига, что мы называем словами, там, типа, режиссура, какие-то просто моменты феноменальные там происходят периодически, там, рапид включается, слоу-мо, то есть прям какая-то драма вообще во всем там чувствуется. Значит, сюжет все равно как бы глупенький, да, что есть там маленький мальчик, там, который на самом деле внутри героя, бла-бла-бла, там, и потом он мстит плохим, или сам становится плохим, там мстит хорошим. В общем, такой классический фэнтези-сюжет. Но подан он очень хорошо. Death is not your destiny today, little sparrow. Что очень гениально в Fable 2, это вообще мир окружающий, который разработчики сделали. Так и вот. Полусказочно-пряничная, но с другой стороны стимпанковская, полувикторианская, полу какая-то там киберпанковская, что-то вроде Англии 18 века. То есть, в общем, короче, полностью такой вот артовый мир, который по стилистике где-то между стоит Чарли Шоколадная фабрика и, я не знаю, там, играми серии Warhammer. Вот, то есть главный герой здесь это не классические там фэнтези, там рыцари, паладины и прочее. Они могут быть также там мастерами, там стрелками, со снайперской винтовкой ходить, там как-то магией пользоваться. В общем, по геймплею Fable 2 очень сильно напоминает предыдущую часть, настолько сильно, насколько это вообще просто возможно. То есть у вас точно так же есть герой, да, который ходит по миру, ну, совершенно свободному, у которого есть какая-то основная сюжетная линия, но он может на нее особо не отвлекаться, а так жить своей жизнью, купить себе дом, поселиться там, завести семью и так далее, тому подобное. Собственно, первая часть, она и была популярна благодаря вот таким вот неожиданным, скажем так, для ролевой игры деталям. Здесь все то же самое, но умноженное в несколько раз. То есть теперь можно не просто там завести семью там ребенка, а можно, чтобы ребенок вырос, там ходил вместе с тобой. То есть вместо того, там, хороший ты или плохой, и у тебя семья тоже там живет бедно там, или богато, или хорошо, или плохо. И вообще все черты там с рогами ходят. When parents look upon their baby for the first time, they realize that until now they had no idea what love really was. They see before them all possible lives the child might live. Every choice is yet to be made. Боевая система получилась, ну, действительно, примитивнейшей. Она просто и быстро осваивается. То есть она действительно работает на одной кнопке. Как это выглядит? Если мы с мечом в руках, вот нажимаем X, герой там типа, машет. Нажимаем X, немножко держим, он там какой-то удар там производит. Нажимаем X там с направлением, он защищается, например, в этом направлении. Нажимаем X там вот несколько раз, он там комбо какой-то проворачивает. Причем больше ничего нет. Вот. И таким образом он там дерется, перескакивает и прочее. Магия в Fable 2 сделана вообще просто шикарнейше. Так вот на самом деле должна была быть выглядеть сила джедаев, недавно высвеченных в Force Unleashed. Главный герой очень быстро вообще выцеливает противников, мечет в них там фаерболы, останавливает время, молнии там всех разметает в разные стороны, какие-то там клинки из воздуха запускает, мертвых поднимает. Все это причем делается опять же по одной кнопке, причем очень хорошо заклинание разложено. Если ты вот нажимаешь его, то ты сам слабеньким ударишь фаерболом. Если ты немножко удерживаешь, он набирает, например, силу. Причем там есть такой стек специальный в игре, где можно разместить разные заклинания и получается вообще отработать такую специальную стратегию. То есть нажимаешь один раз, он мечет фаербол, держишь, например, дольше 1 секунды, он там останавливает время, держишь дольше 3 секунд, он там напускает какие-то мечи. То есть вот как-то так вот немножко с этим делом приноровившись, можно очень здорово себе сбалансировать магию. А если к ней еще прокачать меч, то есть это получается вообще такая машина смерти. Там с одной стороны скачет, рубит, с другой там фаерболы мечет, время останавливает. Ну, то есть так круто. Плюс
Очень здорово в игре сделан так называемая еще ветка развития скилл, то есть все, что связано там с оружием дальнего действия. Потому что, во-первых, тут времена более-менее похожие так на 18 век, поэтому здесь у героев есть всякие пищали, мушкеты, пистолеты там кремниевые, что же очень здорово, и с этими всеми пистолетами игра иногда в схватках начинает очень сильно напоминать Devil May Cry. То есть главный герой что-то мечется, совершает какие-то прыжки гигантские, кого-то тут же мечом по башке, тут же там в воздухе, не знаю, взял, начал там расстреливать из пистолетов. Fable 2 в плане файтинга стал выглядеть очень здорово, очень привлекательно, то есть круто. Единственное, чего игре, конечно, не хватает, это какой-то вот целостности такой, да, например. То есть вот та же самая карта, например, у тебя здесь такая большая карта королевства, да, по ней перемещаться толком нельзя. Потому что ты начинаешь выбирать локации, естественно, это Xbox, да, консоль, то есть там нельзя там несколько экранов подвинуть, мышкой как-то что-то повыбирать. Вот, это просто как бы, по сути, вот заучиваешь несколько, 4 или 5 локаций и перемещаешься по ним вот по нажатию одной кнопки. То есть нет какого-то ощущения там перемещения между ними или какой-то там целостности вообще всего этого мира. Так, ну, несколько локаций. То есть какая-то глобальность от этого страдает. Плюс задания, конечно, ну, зачастую, конечно, встречаются очень оригинальные в игре, да, там, как, например, там, не знаю, подпалить там дом изнутри, там, чтобы там все сбежались там от города, а в это время самому там ограбить кассу, да. То есть там для плохого есть такое задание. То есть задания, в принципе, очень оригинальные, но по миру они разбросаны, ну, случайно. То есть вся игра — это, вот, по сути, совокупность таких вот сцен. Хорош, клёв очень, да, кто-то целостности не создает. Плюс вещи, которые связаны с жизнью в этом мире, они поначалу очень сильно забавляют, а потом, когда ты проходишь игру, заканчиваешь на квест, тебе говорят, ну вот, можешь продолжать жить в мире, ты понимаешь, что делать тебе, в принципе, здесь особенно нечего. Вся вот эта вот тема с приглашением там друзей из Xbox Live, она очень сомнительная, ну, пригласил, показал им, как мир выглядит у тебя, потому что ты сделал в игре там пару поступков. Но он, сам проще, возьмет, пройдет игру еще раз, потому что ему будет интересно посмотреть, во что превратится его мир, если он пройдет ее по-другому. То есть это, по-моему, не работает. Как бы забавная такая фишка, да, но ни к чему. Вся вот эта вот соционика, которая связана, например, с ведением там какого-то бизнеса и хозяйства, ты же можешь покупать там здания, там, покупать там лотки целые, вкручивать на них цены, зарабатывать с этого деньги. Она, как только ты нащупываешь схему, проходит вот 3 часа в игре, ты создаешь такой вот уже конгломерат огромный, просто становишься олигархом, у тебя куча денег, покупаешь самое крутое оружие, тебе его тоже некуда девать, ну, то есть тоже не сбалансировано, да. Рано или поздно, начав заниматься бизнесом, немножко терпения и через там 5-6 часов там реального времени ты скупишь все это вот это вот царство, да, то есть это тоже как-то обнаруживает какое-то мелкое дно в этой игре. В общем, прикалываться по ночам можно очень долго вообще, но главное понять вот что, что Fable 2 — это, в принципе, игра супер крутая, гениальная местами, она по атмосфере просто вообще неповторима, она, в принципе, очень бодрая как экшен-РПГ, потому что экшен там будет тянать. Она очень приятна в плане подачи сюжета, то есть там юмора, каких-то шуток там внутренних, там приколов, там постмодернизма совсем полного, ведь игру все-таки делали англичане, надо не забывать. Персонажи общаются с таким вот английским акцентом, то есть это крайне все смешно еще выглядит, так вот атмосферу добавляет. В целом, это очень клевая игра. Ничего абсолютно нового в ней нет. Первая игра с Питером Молинье все свои обещания сдержал, и за это наше ему 8,5 балла.